Шорт-трек – это вид конькобежного спорта, однако он имеет много отличий от него. Соревнования проводятся на обычной хоккейной коробке по периметру, обставленной защитными матами. Круг равен 111 метрам. Спортсмены ездят против часовой стрелки. Лезвие в шорт-треке без клапов – это когда отрывается пятка, в отличие от конькобежного спорта. Соревнования бывают на дистанциях 1500, 1000 и 500 метров, а также в эстафете. В забеге участвуют от 4 до 8 человек, а в эстафете 4 человека от команды. Шорт-трек является одним из самых контактных видов спорта, поскольку плотная борьба проходит на каждом сантиметре льда, поэтому есть жесткие правила, которые нельзя нарушать. Например, мешать и толкать других спортсменов, срезать дистанцию, подталкивать товарищей по команде, кроме как во время передачи эстафеты. В нашем виде спорта очень важно уметь правильно выстроить тактику так, чтобы к финишу прийти первым. Нужно, чтобы твоя ловкость, сила, координация и ум были лучше, чем у остальных.